Малая в Америке зовет меня Игорь. Игорь крутой, как Игорь крутой. Крутой. Я крутой, как Игорь крутой. Крутой. Я крутой, как Игорь крутой. Крутой. Я иду стой. Переехал в Одинцово. Зачем? Ведь моя бывшая Вика. Понятно. Его дочь зовут Вика. Мы оба любим музыку и любим Крида. Самолюбивый ЧСВшник, этот Егор, они в комментах пишут. Что? Слава богу, все это не мне. Ведь меня зовут Игорь. Фух. Мы похожи так сильно, вы видите. Мы оба работали с Тимати. Да. Нас обоих любят родители. Совпадение, да, удивительно. Чуть-чуть. Я прям так отвечал этой девушке, чуть сбавив напор. Чуть-чуть. Она в итоге сказала мне: Игорь, а кто этот Егор? Малая в Европе зовет меня Игорь. Игорь крутой, как Игорь крутой. Крутой. Я крутой, как Игорь крутой. Крутой. Я крутой, как Игорь крутой. Крутой. Я иду стой. В России она знает, что Егор. Егор крутой, как Игорь крутой.